Всем привет! Неделю назад ходил я на рыбалку, на разведку, на Аку. И в прошлом ролике говорил, что в этом году, видимо, большого разлива на Оке не будет. Я ошибался. Погода изменилась резко. Резко потеплело на этой неделе. Было больше 10 градусов тепла. Потом пошли дожди. И речки спучились. Я вчера проезжал по мосту, по местной маленькой речке Тарусске. Через речку Тарусску. И обнаружил, что речка превратилась в горный, мутный большой поток. Вода подошла прямо к верху моста. То есть все стойки, сваи затопило. Мутный такой мощный поток. Давно я такого не видел, чтобы так вот эта маленькая речка разлилась. Ну, они же, эти речки впадают в Аку, так что, видимо, и на Оке в ближайшее время, да уже, наверное, сейчас, наблюдается сильный подъем. Я вот и приехал сегодня на Аку. Сейчас мы с вами спустимся вниз, подойдем к воде и посмотрим, что у нас там творится. Что у нас творится на реке Оке? Вот я был в прошлом году в этом же месте, примерно в это же время. И уровень был, ну, почти такой же, даже чуть выше. Где-то, наверное, вот до сюда был. Здесь еще был больше подъем, но в прошлом году это был уже максимум, больше не поднималось. А в этом году вода еще на подъеме, и, скорее всего, она еще поднимется. Так что, я думаю, в этом году разлив будет все-таки больше. Лодка стоит там в прошлом году, она вон там вот в кустах была, сейчас вот здесь. Вот такая вот обстановка сейчас здесь на Оке. Что я собираюсь делать в таких условиях? Вот здесь ловить бестолк. Я несколько раз пробовал в прошлом году и раньше. Бессмысленно. Но в прошлом году по весне присмотрел я пару местечек с высоким обрывистым берегом. И надеюсь, что там еще берег не затопило. Вполне возможно там половить на что-нибудь. Я же сегодня приехал на рыбалку. Места эти не близкие, где-то с километр идти. Но погода вроде сейчас вот дождик немножко перестал. Дойду до тех мест и посмотрю, возможно ли там будет половить. Как я уже говорил, на этой неделе резко потеплело. Среди недели прям были такие очень теплые дни. Даже там бабочки какие-то вылетали. Сразу птицы потянулись. Видел я и журавлей курлыкали, другие перелетные птицы уже прилетели. Сейчас вот, когда спускался на машине уже вниз к реке, ехал, видел аистов. Вообще здесь довольно редко аисты, я предыдущие года почти их не видел. А сейчас прилетели, такие мокрые стоят все, жалкие такие. Вообще не боятся, то есть я на машине подъехал почти... Это 2-3, он так медленно только отошел. Что в природе все оживает, все идет своим ходом. Дошел до первого места, где я собирался половить. И что же, вижу, что здесь я не пройду. Здесь должна быть дорога. Но вместо дороги вода. И довольно приличная. Я сегодня в обычных сапогах. И здесь я не перейду. Если бы был забродный костюм, может и перешел бы. Вот, так что здесь половить не удастся. Пойду дальше. Вот еще одно место, где я думал, можно будет половить. Ну и здесь уровень воды намного больше, чем я предполагал. Здесь такое обжитое место. Летом здесь всегда занято. Раскладушка стоит, там вон всякие приспособления, всякие столики, даже вот есть ступеньки к воде. Но все-таки очень высокий уровень, будет мешаться кусты, то есть здесь не закинешь. Там кусты, здесь кусты. Да, осталось у меня буквально одно-два места, где еще у меня есть надежда, что можно будет половить. Дойду туда, но если нет, ну, значит, придется ждать, пока вода спадет. Пошел дальше.
последняя надежда у меня вот на это место. В прошлом году именно здесь я нормально ловил. Сейчас посмотрим, что творится здесь. Ух ты! Да, и здесь воды намного больше, чем я ожидал. Вот здесь нормально можно половить, когда здесь вот идет резкий обрыв, вот где-то до тех кустов. И вот когда вода где-то там внизу, вот как раз удобно кидать это и вправо, и влево. Но все-таки есть небольшое пространство. Вот если здесь встать, то, в принципе, вот сюда можно забросить донку. Лучше все равно я вряд ли найду место, поэтому попробую сейчас здесь. На что я сегодня собираюсь ловить? Взял сегодня две удочки. Одну такую короткую для донки. Ловить на донку на червя. И вторую без колец длинную удочку в надежде на боковой кивок. Но видно, сегодня она мне не понадобится, потому что уровень такой, что сплошные кусты. И чтобы хотя бы опустить вот эту снасть, нужен будет забродный костюм. А я сегодня в сапогах. Поэтому, скорее всего, ну, посмотрим, может, какие-то места и найду, но пока отложу, а разложу пока доночку на червя. По весне это одна из лучших снастей. Вот эту удочку я купил в прошлом году для ловли на донку леща с кормушками. Вообще-то оно как бы фидерное, но на самом деле это дешевое китайское удилище. Покупал я в местном магазине, стоило что-то совсем недорого. Тест 50-150, такой дубовый довольно. Длина 2,70. Мне для ловли на донку леща вот она больше всего понравилась. Она вроде и дубовая, а вместе с тем и вершинка такая более-менее информативная. То есть когда рыбу тащишь, по крайней мере чувствуешь приятно. Не на железный крокодил. Вот. Сейчас тоже, в принципе, подходящий, но можно было, конечно, и покороче, потому что кусты сверху мешают. Но попробую на это. Думаю, что не очень длинная удочка и будет нормально сегодня. Смонтировал оснастку для ловли со дна. Сейчас я вам покажу, что получилось. На леску я повесил скользящий вертлюжок с карабинчиком. Здесь у меня грузик. Буду, в зависимости от условий ловли, груз ставить или меньше, или больше. Сейчас поставил 12 грамм. Дальше идет стопорная бусина и большой вертлюжок. То есть у меня свободно гуляет по леске грузик, и поклевка очень хорошо будет передаваться. Дальше к вертлюжку у меня крепится петля в петлю поводок более тонкой лески. Сейчас поставил 0,2, потому что вода мутная, особо тонкую ни к чему, да и зацепов много. И вот такой вот крючок, по-моему, 6-й что ли номер, такой для червя. Сейчас насажу червячка, и можно будет уже попробовать половить. Сначала попробую забросить без червя, как это будет выглядеть. Приспособлю подставочку, чтобы удобно было. Ну а потом уже и червячка можно будет насадить. Правда, не знаю, забрасывать здесь очень неудобно. Если только нижний заброс, вот так вот. Сейчас попробую. Оп. Ну, в принципе, можно вот так кидать. Сейчас посмотрим. Главное добросить до площадки. Здесь вот идет резкий такой спуск вниз, а дальше идет более-менее такое ровное дно, ну, чуть-чуть с понижением. Вот как раз на этой площадке и должна держаться рыба. Главное, чтобы там не было зацепов больших. Но вроде нету, вот нормально идет. Червяк у меня есть покупной.
Но лучше сейчас по весне земляной червяк, вот такой белый. Немножко я покопал, их сейчас еще не очень много, но они есть. Вот. И все-таки удалось мне десятка два, наверное, таких червячков накопать. И вот я сейчас его насажу, пока вот одного, вот так вот, и попробую забросить. Вот уже был первый зацеп, и удалось вытащить. Если бы у меня была леска тоньше, скорее всего, все бы оторвалось. А так даже крючок не оторвался. Так что тончить по весне совершенно ни к чему. Несмотря на высокий уровень и прочие катаклизмы, навигация на реке идет. Вот плывет очередное плавсредство. Огнеопасно написано. Сейчас поверну, вам видно будет. Вот такая вот штуковина плывет. Идет медленно, потому что течение очень сильное. Еле-еле ползет. Пока тишина, поклевок нет. Сейчас попробую перебросить. Сейчас по весне лучше долго на одном месте не ждать, потому что если нет поклевок, скорее всего, там рыбы и нету. Лучше побросать вправо, влево, дальше, ближе. Попробовать в разных местах. Нащупать надо, где рыба. А уж если найдется, тогда уже пробовать ее ловить. Вот сейчас какой-то там за мусор зацепился, червя нет. Так что запас червей нужно иметь приличный. Прошло уже, наверное, полчаса, пока тишина, ни одной поклевки. Сейчас буду думать, что делать дальше. Сейчас, наверное, поставлю потяжелее груз и попробую подальше кинуть. Может быть, там рыба ходит. Червяк на месте. Даже никто им не соблазнился. Сейчас насажу вот этого выползка толстого в надежде на крупную рыбу. О, какой! По крайней мере, заметно его точно будет. Поставил самый тяжелый груз, который у меня был, 25 граммов. А на крючок насадил выползка. Сейчас закину подальше. Может быть, какая-то рыба там покрупнее. Может, даже какой-нибудь судачок или еще что-то. Ну, скорее всего, окунь. У меня надежда. Закину, может быть, он клюнет. Потому что больше пока... Ну, надо что-то делать, потому что поклевок нет. Надо какие-то варианты пробовать. Так, сейчас забросим. О! Кинул подальше. Сейчас попробую. По
Погодка сегодня такая хмурая. Временами дождик, но пока не сильный. Ну хорошо, ветра почти нет, тихо так. Только птички чирикают. Если вот еще бы поклевки были бы, был бы вообще супер. Вот. Ну а так, без поклевок, конечно, грустновато. Ну, не будем отчаяться, вдруг все-таки клюнет. Хочется первую весеннюю рыбу поймать. Или хотя бы поклевку увидеть. Каждый год в паводок плывет что-нибудь такое необычное по реке. Вот сейчас вон там он вдалеке плывет какое-то непонятное еще сооружение. Довольно приличное. Что-то смыло. Даже не знаю, что это. У меня камеры, чтобы приблизить, нету. Какой-то прям, я не знаю, ну здоровое что-то такое плывет. Так, поклевок не было, но что-то тяжело тащится, наверное, какой-то мусор понавешался, сейчас посмотрим. На леске травы уже полно. Так, трава, а выползка нету, нифига себе, куда он делся. Ну, поклевок точно не было. Скорее всего, пока тащил, соскочил, наверное. Не могу долго сидеть без дела. Поклевок на донку нету. Решил все-таки вот разобрать удочку с боковым кивком и попробовать на мормышку. Шансов практически нет, минимальные. Но зато буду чем-то занят. Сейчас попробую. Походил, побродил с мормышкой вдоль берега. Результат такой же, нулевой. Сегодня, похоже, рыба клевать не собирается. Ну что ж, бывает и так. Случился у меня очередной зацеп, и я оборвал оснастку вместе с грузиком. Все как-то неудачно у меня зацепилось, видимо. Ну, наверное, на это буду заканчивать, потому что бессмысленно. Уже почти 3 часа я ловлю на разные снасти, разными способами, и ни одной поклевки. Видимо, сегодня все-таки рыбы сегодня не будет. Буду собираться. Ну что, вторая попытка что-то поймать на оке у меня опять закончилась неудачей. Ловил сегодня, пробовал ловить на донку с червем и на мормышку боковым кивком. Ни одной поклевки, ни на то, ни на другое. С чем я это связываю? Ну, обстановка такая, что вода в сильном подъеме, сильно мутная, грязная, но главное, мне кажется, очень холодная. Сейчас температура воды всего плюс 3 градуса. И рыба, видимо, неактивная. То есть где-то она, может быть, там и есть, и я ее просто не нашел. Но, скорее всего, надо немножко подождать. Водичка прогреется, и рыба будет активнее. Что я буду делать в ближайшее время? Сейчас буду заниматься огородом, рассада, томатов я привез, там буду ей заниматься. В общем, дел полно. Периодически буду выезжать на речку, проверять, как есть дела, снимать и делиться с вами обстановкой на оке.
Ну вот и все на сегодня. Я с вами прощаюсь, всем всего доброго и до новых встреч. Прошло всего 4 дня, как я последний раз был на Оке. И вот что я вижу. Вода, как я и ожидал, еще здорово поднялась. В прошлый раз, когда я сюда подходил, вода была вон там, с метров еще, можно было по дороге метров 10-15 пройти вперед. А сейчас уже вот она где, вода подступила почти к самым полям. Но, скорее всего, вода уже больше не будет подниматься, потому что на малых реках уже пошла на спад. Здорово упала. И это значит, что, скорее всего, и на Оке уже больше подниматься не будет. Но если поднимется, то совсем чуть-чуть. А, скорее всего, где-то через неделю уже вода начнет падать. И можно будет уже попробовать половить нормально рыбку.